Однажды произошел взрыв. Он породил пространство и время. Однажды произошел взрыв, и планета начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. Нет! Класс! Твою мать!
Пережить.
Вроде ушли. Ты чего? Прости, что сильно схватила. Слезы. Хиральная аллергия. Так, у тебя дом, как у меня. У тебя фактор вымирания явно покруче. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь не намокнуть, как и ты. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджил. Да, слыхал про тебя. Правда? Сэм Портер Бриджес. Тот, кто доставляет. Криптобиот на ужин, и зонтик не нужен. Хочешь поработать на меня? Одному тут, наверное, тяжело. Да, я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяг. Да и от меня. Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Я просто курьер, и все. Центральная диспетчерская Бриджес. Подрядчик-фрилансер Сэм Портер Бриджес. Адресат ожидает посылку. Идешь в город? Осторожно. Эти твари не уходят надолго. Дождь ускоряет время для всего, чего касается. Но он не все может смыть. Прошлое не отпускает. Увидимся, Сэм Портер Бриджес. So
Почему так долго? Легенды не опаздывают. Нужно было переждать бурю, остался без байка. Похоже, тебе крепко досталось. К счастью, груз в идеальном состоянии. Да, ты заставил нас ждать, но все остальное в идеальном состоянии, так что... Отлично, будем ждать следующую доставку. Игорь, отдел утилизации. А ты Сэм Портер? Ах, да. Ты же у нас недотрога. В документах сказано, у тебя фобия. Отдел утилизации? Что у вас? Слушай, нам надо ехать. По пути объясню. Пошли. Иди сюда, глянь. Повезем его в крематорий. Давно сердце остановилось? Точное время смерти неизвестно, но я бы сказал, часов 40 назад. А как же карантин? Никак. Он покончил с собой. Боже. Повезло, что мы его нашли. Сразу заморозили, но сколько еще до некроза? И куда его теперь? А, ближайший крематорий на севере. В том районе полно тварей, а в другой никак? Не могу, времени в обрез. Ну так сожги бедолагу прямо здесь. Ты представляешь, сколько хералия выделится? А рядом город. А до крематория можно вообще не доехать. Слушай, все получится. Нам просто нужен кто-то с думом. Ну, у него уже первая стадия некроза. Надо спешить, иначе тут все разнесет. Ну так что, ты нам поможешь? Ну тогда Бриджес заключает контракт с Сэмом Портером. Я сам. Просто сам. И я не вижу тварей. Только чувствую. Ничего, мы подготовились.
Бридж Бэби, да? ББ и ты – гарантия того, что мы прорвемся. Да чего ж поганое ощущение. Ну, это ведь контакт с той стороной. И мне не по себе. Погнали! В детстве мир был другим. Америка была страной, любой мог пойти, куда ему заблагорассудится. И курьеры были не нужны. У нас были дороги, самолеты. Ха, можно было ездить в другие страны. Теперь верится с тобой. Как видишь, выход смерти сделал из нас решето. Все нам тут расхреначил. На тех, кому посчастливилось выжить, смыло темпоральным дождем. А потом эти мрази с берега. Мир живых и мир мертвых перемешались. Вот тогда люди и попрятались по городам, а курьеров вроде тебя вознесли до небес. Радуга! Долго еще до крематория? Он сейчас взорвется. Черт. Придется срезать через тварей. У этих уродов как на ладони. Надо сваливать. Сэм, ты что-нибудь видишь? Нет, ничего. ББ что ли не работает? Не пойму. Thank you.
вытащит! Сэм! Тихо. Даже не дыши.
Крепкий мост падает. Моя медведь. Однажды произошел взрыв. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. А затем еще один взрыв. И для нас он станет последним. Ты очнулся? Ну, каково это, вернуться обратно в мир живых? Не бойся, я врач. Ну, коронер, изначально. Мое имя Дедмен. С мертвецами я знаком. Не как ты, конечно. Я-то, несмотря на мое имя, ни разу не умирал. Ты так лучше не делай. Я, конечно, не эксперт, но уверяю тебя, это для твоей же безопасности. Видишь? Так я под арестом? Это не наручники. Это суперустройства, которые всех нас связывают. Нас? А, нас. Ага, Бриджес. Борцов... За светлое будущее или за выживание, называй как угодно.
Ага. Где? Сколько времени? Смотри. Попробуй прижать его к коже. Вот так. Расслабься. Это просто значит, что тело установило связь с браслетом. Смотри. Он будет держать тебя под круглосуточным наблюдением. То есть не он, а мы. Чтобы помочь. Какого? 2 дня? За это время мы позволили себе взять пробы твоих жидкостей. Ты возвращенец. А это дорогого стоит. Что стало с теми ребятами? Центральный узел уничтожило в ходе взрыва. Настоящий гейм-овер. Теперь это кратер. Уцелел только ты один, по понятным причинам. И твой сломанный ББ. Ребенок жив? Подлежит ликвидации. Все равно не работает. Он бесполезен. Мы всех потеряли. Не только отдел утилизации. Мою команду, штаб, весь Вриденфорд. Всех, кто был в центральном узле. Мы с тобой сейчас в столичном узле. Или вернее, в новом штабе. Садбери был логичным выбором. Но наш отдел внедрения понес большие потери. Да и за 2 дня мало что можно успеть сделать. Тут полный раздрай. К счастью, директор и команда поддержки тогда были за городом, так что руководство не пострадало. Прости, что не даю тебе передохнуть, но для тебя есть дело. Этот отпечаток остался после возвращения? А это отметина откуда? От женщины в пещере. Ясно. У тебя гаптофобия. Понятно, почему ты ходишь один. Боишься прикосновений. Я постараюсь это учесть, Сэм. К делу. Это срочная доставка. Тебе нужно будет отнести морфий президенту. Какому президенту? Америки нет. Ты говоришь про мэра центрального узла? Нет, не мэру. Америка жива, Сэм. У президента рак в терминальной стадии. Состояние критическое, но время есть. Почему я? Послушай, сделай, как я прошу, и ты сам все поймешь. А ты сам не можешь? Видишь ли, меня здесь нет. Извини, это лишь хиролиграмма. А сейчас потекут слезы. Реакция на передачу хиралия. Я на самом деле сейчас в изоляторе, в большом треугольном здании. Так, вот морфий. Бриджес заключает контракт на доставку с Сэмом Портером. Да ладно, у вас же там есть морфий. К чему все это? Скажи правду. Правда в том, что последний президент Америки хочет тебя повидать. Неужели ты откажешься? Хорошо. Буду ждать тебя в изоляторе. Что?
Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Сканирую. Счастливого пути. Сэм Портер Бриджес, заказ на доставку. Необходимо доставить в изолятор морфин для немедленного введения президенту. Если потерялся, открой карту на своем браслете. Изолятор ты вряд ли с чем-то можешь спутать. Если не знаешь, как добраться, ставь метки и черти маршруты. Попробуй, и поймешь, о чем я говорю. Сэм, если хочешь проверить, туда ли ты идешь, посмотри на компас. Он никогда тебя не обманет. Ну, конечно, если у тебя есть место назначения. В Центральном был не только штаб Бриджес. Это также был и центр движения реконструкционистов. Если бы президенту не понадобилось особое лечение, она бы никогда не уехала. А тогда, конечно, не уехали бы и мы. Показатели держатся на том же уровне. Значит, шансов никаких. К сожалению, боюсь, что нет. Надо начинать приготовление. Сэм! Это я, Дэдмен. Прости, я забыл. Боюсь, что состояние президента ухудшилось. Спасибо. Это поможет унять боль. Чтобы она могла поговорить с тобой напоследок. Она? Первая и последняя женщина президент Соединенных Штатов. Ты ведь ее помнишь? Она тебя воспитала. Одет ты не очень-то подобающе. Иди хоть комбинезон сними.
Это правая рука президента, директор Бриджеса. Да, Хардман. А, ты был в Бриджесе один? Значит, ты тут и так всех знаешь. Сколько прошло, Сэм? 10 лет? Ну надо же. Собрались вместе бессмертные уроды. Ну что ж, я тоже рад тебя видеть. Президент ждет. Это твоя мать, Бриджит. Она немного не в себе, но тебя-то она должна узнать. Мадам президент, Сэм пришел. Мы оставим вас. Сэм, я знала, ты вернешься. Как ты поживаешь? Я знаю, ты на меня зол. Ты помнишь, она ушла на запад. Путь занял 3 года. Она хочет отстроить страну. Вы не забросили эту идею? Я хотела отправить тебя, Сэм. Время на исходе. Помоги ей, ты ей нужен. Вместе вы восстановите связь. Объедините Америку. Сэм, если мы не объединимся, человечество обречено. Но страна нам больше не нужна. Нужна, иначе у нас нет будущего. Нет, Америке конец. Бриджит, ты президент пустого Сэм, места. Сэм, послушай. Прошу. Так ты хочешь помочь мне? Нет, я... Я люблю тебя, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Мадам президент! А, нет. Доктор, помогите нам! Быстро все сюда! У нее уже 150 кубиков. Она не реагирует. Держитесь, мы
Слушай, никто не должен знать, что она умерла. Иначе Бриджесу настанет конец. То, что здесь произошло, останется между нами, ты понял? Да, директор. Но как нам поступить с телом? Без отдела утилизации? У нас есть решение. Сэм, перед смертью президент заключил с тобой контракт. О чем ты говоришь? В качестве члена Бриджеса ты поможешь нам всем восстановить Америку. Ты хочешь меня завербовать? Она уже пыталась. И у нее получилось. Взгляни на свое запястье. Если уж это не символизм, то я не знаю. Директор, рак распространился по всему ее телу. Изъятие органов исключено, и проводить вскрытие нет нужды. Тело нужно кремировать, пока не начался некроз. Иначе от нас тоже останется один кратер. От меня-то что требуется? У нас сейчас нет ни одного курьера, а твои знакомые из отдела утилизации погибли. Но тело президента нужно сжечь. Выплеск разрушил дорогу, которая вела от столичного узла к крематорию. Теперь добраться можно только пешком, по горам. Но плотность Хиралия там зашкаливает. Значит, там твари. Нам нужен особый человек. С думом. Возвращенец. То есть я? Почему? Сэм, ты уже один из нас. А теперь за дело. Сэм Портер Бриджес.